Всем привет из Анталии, с вами я, Игуль, добро пожаловать на наш канал Океан Тали. Сегодня мы находимся на берегу Средиземного моря. Здесь находится старая набережная. Эта набережная находится в парке Кара-Али-Оле. Здесь недалеко находится Калейче, старый город, порт Марина, то есть прям вот шагом доступно, можно погулять. И чем привлекает это место? Здесь можно погулять на набережной, полюбоваться вот закатом, да, морем, запах такой вот такой приятный, свежий. И также здесь вдоль набережной находится очень много кафешек. Кафе. Давайте, вот мы как раз остановились, я вам покажу, какие здесь цены. В старом городе, кстати, тоже есть много кафешек, но там цены очень высокие, а вот в этом парке почему-то намного дешевле, и здесь чем привлекать, там сидишь между домами, да, смотришь дома, а здесь вот сам вид только чего стоит, поэтому здесь очень любим, сюда любим приходить и смотреть. Давайте покажу я вам меню, что здесь есть. Меню не такое большое, есть, да, по 30 лир. Здесь пицца есть, разные бургеры. Бургер, кстати, дают с картошкой, с фри. Также здесь есть чипсы, там картошка. Дальше здесь есть турецкое вот даже блюдо. Донеры 55, 60, 60, то есть это куриный донер. Дальше пиде есть по 36. Гёзлеме 35, разные виды. Дальше сладости по 30 лир, напитки по 20 лир, мороженое, десерт и есть напитки, чаи. Что нас очень здесь привлекает? Здесь можно заказать самовар, прямо угольный самовар, и наслаждаться, вот именно сидишь и наслаждаешься чаепитием. Вот нам вот принесли самовар. Этот самовар считается самым маленьким на два человека. Ну, это уж на самом деле на два человека, он большой. Такой самовар, кстати, стоит 50 лир. Все. Окей. Нам сказали, что сейчас там положили угли, и через 10 минут все будет готово. Мы можем начать пить чай. Вот будем сейчас, сейчас мы перекусим, будем пить чай и наслаждаться видами. Мамочка готовит нам чай, наливает. Настоящий турецкий чай. А вот, кстати, все говорили русский самовар. Да, нифига, вот это вот. Очень даже турецкий самовар. Ой, Саид, Саид чай хотела как сильно. Это вы принесли. Гёзлеме. Пицца оформлена. Вам пиццу сказали попозже принесут. У нас гёзлеме есть. У нас есть донер. Такой вот. Это приправы всякие. И там майонез. Что там еще? Вот майонез, кетчуп. Да, Саиду пока не повезло. Сказали пару минут еще подождать. Да что не повезло, вон тут уже и так. Хоть это и другим людям, но... Да, начинай кушать. Да нет, это у нас все общее. Давайте, приступаем. Приятного нам аппетита. О, да.